Вот я сделал вот такой вертолет собственными руками. Вот инструкция. Сейчас я покажу самую сложную часть. Ну и расскажу еще что-нибудь. Если батарейка не сядет. Вертолет показывай и рассказывай. Вот. Где находится? Вертолет показывай и рассказывай. Вот это самая сложная часть. Вот здесь, когда я желтые вот эти перекреплял штучки. А чем она сложная? Ну, во-первых, вот, еще вот эти надо соединить вот с этими желтыми штучками, чтобы попал винтик в середину, и чтобы соединились с другим винтиком. Это очень сложно. Но над этим 30 минут бился. Ну, первая часть самая легкая была. Вот этот треугольник надо сложить вот с этой дощечкой. Сейчас. Вот вторая часть. Ну, это тоже легкая. Надо было сложить к этой и этой деревяшечке. Вот эту нижнюю. Внешне вот это. И привинтить ее вот этим черными. И третья также вот этот треугольник привинтить вот этим. И все. А четвертая часть, ну, нормально. Вот пятое, это тоже сложное. Надо винтики. Часть мы делаем вот эти держалки. Надо было привинтить вот этот к этим двоим и с другой стороны также привинтить этим болтиком вот эти двое. Но один болтик должен быть сейчас я принесу. Вот такой штучкой, только они есть поменьше. Я поменьше взял и привинтил. Вот здесь надо было сделать вот такую штучку, а с другой стороны нет. И получились вот такие держалки. Асимметрия. Так. Все. Ну, пока. Было хорошо вам рассказать. До свидания всем.